Дорога была нелегкая. Надеюсь, огни, о которых говорили артисты, того стоят. Она моя сестра. Мы вместе. Говори, куда она пошла. Нет, не скажу. Позволь его. Я проходил мимо, так меня едва не подстрелили. Осколки. Что еще может заставить уйти из источника? Больше не происходит ничего интересного. Жила изучена. Вот почему мы уходим так далеко в неизвестность, как только можем. Говорят, под этими песками скрываются бесчетные трофеи. Куда она пошла? А я думал, ты будешь... Не знаю, как тебе это удалось, рыжая, но эти огни просто потрясли. Она моя сестра. Они товар. Осторожней! Говори, куда она пошла? Огневолосая! Значит, не хочешь стоять на дороге, полюбоваться огнями? Я тут видел и других наездников. Тебе удалось сналать что-то ты долго! Нет, они еще те заходят. Тут все говорят о каких-то людях. Что может быть лучше доброго отдыха за стычкой? Живущей в некой подобии расе. И земля им все дает. Я бы так не сказал. На их землю пришла какая-то болезнь. Интересно, как предтечи сделали эти огни? А что ты собирался у них купить? Хмель, конечно. Что же еще? Новые нагрудники для авангарда? Я и собираюсь. Не переживай. 3 месяца. А ты? Стэмур, тебе что-то нужно? Искателям приключений явилась новая мечта. И они вернулись в затопленный когда-то город. И богатства сыпались из каждой трещины в стене, подобно Элю, сочащемуся из пузатого бочонка. Короче, мы снова спустились в руины города. И в развалинах. Слагатель узрел мерцающий прибор. Чудо в целом море чудес. Увы, прибор был для него недостижим. Ты нашел какой-то прибор, но не достал? Он лежит за дверью. Она заперта на какой-то замок. Морлунд предложил ее взорвать, но Абадунд сказал, что слишком велик риск повредить прибор обломками. В кои-то веки опасения щитовода были небеспочвенны. Надежды слагателя разбились, но тут из-за барханов пришла подруга, что всегда умела совершать невозможное. Уговорю ли я тебя снова спуститься в глубины песков? Я попробую помочь. Где это место? Когда спустишься, иди направо от статуи гиганта. Руины рядом с железной башней. И наша героиня отправилась в путь, а надежды слагателя полетели во след. Торговлю с Утару. Нет, они еще те затворники. А даже если нет, им все равно не теперь я... Эта штука мне пригодилась. А, рыжая! Ты вовремя! Ты ее знаешь? Да? Тогда скажи ей, что у нее никаких шансов.
Скажи ему, чтобы вываливал все, что знает, пока я его не пришибла. Эй, эй, спокойнее, Делла. Что случилось? Моя сестра Бумка. Она убежала в пустыню. Мы поссорились. Я сказала ей, что мы поговорим утром, когда немного остынем. Когда я проснулась, ее не было. И только этот зоркий глаз видел, куда она ушла. Но он отказывается говорить мне, куда! Нельзя просто взять и пойти в пустыню. Ты заблудишься. Не жажда убьет, так исчезающий кошмар. Знаешь, что случилось с последними ушедшими собирателями? Нет, не знаешь. Никто не знает, потому что они не вернулись. А как же моя сестра? Она там совсем одна! Может, уже никак. Прошу тебя, рыжая, помоги найти. Этот исчезающий кошмар. Так Стэмур называет машину, которая бродит в пустыне. Иногда ее видно издалека. Неподвижная, блестящая пятно. Она стоит так часами. Но стоит отвернуться, ее нет. Как и не было никогда. Но что это за машина? Не знаю. Никто не смог разглядеть ее вблизи. Команда собирателей однажды пыталась, но они нашли лишь песчаные дюны. Но какая разница? Машина не помешает мне найти сестру. Говоришь, поссорились с Бумкой? Из-за чего? Ну, началось все как обычно, искры и пламя. Она изучала один мой прототип, хотела добавить взрывчатки. Как всегда. А когда я напомнила ей, что при прошлой попытке она едва не разнесла поселение, она просто пожала плечами. А потом мы начали кричать о том, почему нам пришлось покинуть скрежет горы и перебраться сюда. И почему во имя кузни ей обязательно все вокруг взрывать. И что же сказала Бумка? В том-то и дело. Она промолчала. Просто сидела и смотрела в угол. Даже перед сном ничего не сказала. А утром, когда я проснулась, ее и след простыл. Раньше она так не делала, но я ее знаю. Она обязательно угодит там в неприятности, поэтому ее нужно отыскать. Почему вы решили уйти на запад? Ну, как бы... В скрежете горы произошел один случай. Случай со взрывчаткой? Ну... Ты же знаешь Бумку. Мы забрали инструменты и сбежали. Я услышала от караванщиков, что проход на запад теперь снова открыт. И мы пошли с ними. Но почему именно сюда? Вариантов полно. Назад в жилу нам нельзя. А в других местах народу многовато. В случае, что здесь, мы нанесем не так уж много урона. Ну и когда-нибудь все захотят побывать здесь, так? Папа учил быть в первых рядах. Если хочешь меня подкупить, имей в виду, надо платить вперед. Только так. Может, стоило быть во вторых. Если Бумка потерялась в пустыне, попробую ее найти. Я пойду с тобой. Я виновата во всем этом. Но ты умр... Скажи, где ты ее видел? Ну, раз ты с ней, пожалуй, шансов у вас побольше. Я видел, как она уходила к железным аркам на восток. Там и начнем. Пойдем. Как же Бумка так поступила? Есть мысли, зачем ей идти к аркам? Наверное, хотела сбежать от меня. Элой, туда подальше. Ты, как всегда, вовремя. Во время ссоры я... Давай сюда! Сорвал. Сказала то, чего не стоило. Все мы совершаем ошибки. Знаешь, в жиле она постоянно попадала в неприятности. Папа говорил, я должна за ней присматривать. Мы найдем ее, Делла. Искры и пламя. Надеюсь.
Видишь, гнутое железо торчит из песка? Это и есть арки. В песке какие-то обломки. Может, от арок. Дело рук Бумки? Да, но Бумки не видно. Я поищу следы. А вот и следы. Похоже, они уходят в пустыню. Чего ты думала, Бумка? Рыжая, у тебя есть сестры? Нет. Везет тебе. Просто... иногда она прямо стачивает все шестерни. А иногда... нет, почти никогда. Я не понимаю, что крутится у нее в голове. Но она моя жизнь. И я надеюсь, мы ее вернем. Вернем. Следы здесь заканчиваются, но... похоже, Бумка выставила у руин ловушки. Бумке только дай начинить все вокруг взрывчаткой. Но где же она? Избавимся от машин и попробуем разобраться. Бумки пригодились! Нужно быть поаккуратнее. Машина угодила прямо в ловушку! Кого? Давай посмотрим в руинах. Может, поймем, куда она ушла. Небольшой лагерь. О, нет. Это ее молоток. Это любимый молоток Бумки. Она всегда поднимала шум, когда не могла его найти. Она бы его не бросила. Может быть, ей пришлось убегать, когда появились машины.
Или случилось что похуже? Дел, мы этого не знаем. Давай осмотримся. Может, найдем еще один след. Держись, Бумка. Мы скоро. Ты можешь найти следы? Ага. Похоже, она пошла к тем холмам. За ней? На том утёсе какие-то обломки. Как Бумка туда забралась? Лестница сломалась. Может, когда Бумка по ней лезла. И как нам подняться наверх? Сюда. Ну да. Опять скалолазание. Красильщику это пригодится. Ты как там, Делла? Чудесно, да. Просто прижимаюсь к отвесной скале. Забрались. Что это за место? Не знаю. Выглядит заброшенным. Убежище. И какое-то устройство. Бумкина? Похоже, часть деталей была снята. Наверное, она принесла их сюда изучать, после нападения машин на ее лагерь в руинах. Но куда она пошла отсюда? Может, вон к тем обломкам? Я точно знаю одно. Кучу блестящего хлама Бумка не пропустит. Пошли, спустимся и проверим. Смотри, там, у самых обломков. Инструменты. Она устроила новую мастерскую. Взглянем поближе. Дело рук Бумки, это уж точно. Она тут точно над чем-то работала. Но куда? Бумка? Надо закончить. Бумка, что ты делаешь? Это пока не важно. У нас гости! Thank you.
О чем ты только думала? Эти машины могли тебя убить. Клапан давления есть. Бумка. Бум-диски есть. Бумка! Эй, Бумка. Что? Сестра очень беспокоилась о тебе. Слушай, я понимаю, ты злишься. Но нельзя же вот так убегать в пустыню. Я не злюсь. И я не убегала. Ты не злишься? Нет. Из-за чего мне злиться? Из-за нашей ссоры. Ты сбежала и... Я не сбегала. Но ты ушла! Я никогда не уйду. Ты моя сестра. Появилась идея, и мне нужны были детали. Видишь? Оружие. Это метательный механизм. Вся суть тут в бум-дисках. Они бьют по машинам, режут и кромсают. А потом возвращаются и так несколько раз. А потом... Бум! В общем, так я задумала. Пока они не возвращаются. Дай-ка посмотрю. Почему? Штифт не нагружен. Проведем кабель вот так. Готово. Держи, рыжая, испытай. Нет, стой! Давай по большой машине. За мной. Опять убежала. Значит, ты сбежала не из-за нашей ссоры. Нет. Ты куда, рыжая? Подождем ее. Ты ушла, ничего мне не сказав. Ты спала. Ты куда, рыжая? Подождем ее. А почему не разбудила? Ты сказала, что не хочешь говорить до утра. Да, но я же не про то. Я не это имела в виду. Нашла эти древние руины. Они рядом с негдешним лагерем. Ты вспомнила, как сюда добраться? Ага. И что за большая машина нам нужна? Увидишь. Вон там, внизу. Там ничего нет. О, смотри. Та-дам! Исчезающий пушник. Ну и побудем наверху уже. Покажи этим мерзам. Устроение! Бум! Oh!
Ты видела, сколько искр было, когда он упал? Да, видела. Рыжая, сюда! Когда мы уехали из Жилы, я думала, вот бы выбить все эти взрывы из ее головы, и все стало бы проще. А после ссоры решила, что потеряла ее из-за своей строгости. Оказалось, и тут я ошиблась. Она видит мир не так, как я. То, что для меня проблема, для нее повод взорвать преграду. Думаю, это неплохо. Без тебя мне не удалось бы ее вернуть. Бумке повезло, сестра. А по поводу оружия? Оставь его. Это подарок. Готовы идти домой? Кажется, у меня созрела одна идея, над которой можно поработать. Со взрывами? О, еще бы. Да! Пока!
Элой, ты, как всегда, вовремя. Давай сюда. Элой, это великий день. Величие витает в воздухе. Или скоро будет. Величие, да? Узри. Я зову его удивительный парящий шар Морлунда. На его создание меня вдохновили воздушные шары Банук. После взлета эта величественная конструкция станет выдающимся первым шагом людей в небо. Неподвластный притяжению, мой шар будет парящим маяком, притягивающим взоры путников к этому краю, полному чудес и удовольствий. Только... Не хватает одной важной детали. Механической горелки. Маленькой. Искусно сделанной. Творение инженеров предтеч. Мы нашли ее, когда проникли в подземные руины и обнаружили там множество статуй странных крылатых змеев. Во рту одной из них была такая горелка. Наверное, нужна была для какого-то представления с огнем. Идеально. Подходила для шара. Но стая наракопов погналась за нами, и я ее не взял. Сможешь достать? Пожалуйста. Ладно, Морланд, мне стало любопытно. Я принесу. Я знал, что ты поможешь. Ну ладно, так. Направляйся туда, где мы сражались с волногрызом, когда ты все осушила. Как спустишься, поверни направо и ищи зал сбоку. Нужная статуя нависает сверху. Как настоящий кошмар. Поняла. Попробую помочь. Восхитительно. Спасибо. Я буду ждать тебя. Добро пожаловать. А может, закопаем их в песок? Ловушки! Тогда может взорваться кто угодно, не только машины. На чем вы тут работаете? Рыжая! Планируем новый бум! Как вернулись, заключили сделку с Абадундом. Оказывается, поселение нужно как-то защитить от пустынных машин. Он услышал, что Бумкино изобретение помогло одолеть исчезающий кошмар, и мы убедили его нанять именно нас. Теперь осталось разобраться, как отгонять эти машины и никого при этом не взорвать. Кроме летающих. Они в воздухе, до них не достать. Похоже, вам обеим есть чем заняться. У нас есть новый дом. Новая бум-мастерская. Мы еще подумаем над названием. Продаю снадобья. Ай! Взрывные сестрички вернулись в лагерь. Я точно знал, что на тебя можно поставить. И я нанял их на работу над новым проектом. Я уже слышала, что ты нашел им дело. Кто умеет превращать опасности в благо, тот никогда не останется без осколков. Кстати, об осколках. Хочешь что-нибудь купить? Удачи в странствиях. Увидимся, Абадунд.
сражаюсь. По крайней мере, плавать больше не нужно. Гигантская статуя, о которой говорил Стэмур. Руины где-то поблизости. Железные башни. Прибор Стэмора должен быть внутри. С виду то место, но наракопов не видно. Решетка. В той комнате есть ящик, но как до него добраться? Это может пригодиться. Чтобы достать до статуи, надо залезть повыше.
я тут сварюсь в этих доспехах. Нужная статуя. Так, надо забраться наверх. Теперь достанем горелку. Получилось. Ого! Так, горелка у меня. Отнесу ее Морланду. На ракову. Видно те, что напали на Морланда. Назад к удивительному парящему шару Морланда. Здесь внизу, видимо, целая сеть тоннелей. Водопровод для всего города. Я на месте. И где же тут прибор?
Кажется, это и есть грибок. Похоже, эта дверь открывается паролем. Надо осмотреть руины и поискать что-нибудь, что может помочь. Что у нас тут? Значит, этот прибор называется орнамент. Я нашла похожие в других руинах. Но, похоже, есть еще. А это, кажется, часть какого-то пароля. Может, от той двери? Надо поискать еще. Может, найду остальные части. Подходит.